Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox. И сегодня продолжаем играть с вами в симулятор пчеловода. И это будет просто мега-бомбезная серия, поэтому каждый, кто сейчас смотрит, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и пишите свой комментарий. Естественно, кто этого еще не сделал. Итак, мы с вами начинаем. Давайте я сразу отвечу на самый часто задаваемый вопрос, который вышел после обновления. Это, что мне покупать, пчелу-собачку, либо пчелу-фотонку? Друзья, пчела-собачка сейчас со скидкой. Она стоит 250 билетов. Поэтому, естественно, покупайте собачку. Фотоночка как стоила 500, она так и будет стоить 500. Через 10 дней, вернее, через 11, собачка будет стоить тоже 500. Поэтому, если хотите сэкономить, если вы собираетесь продолжать играть в эту игру, естественно, покупайте собачку, потому что она прикольная. Во-первых, она прикольная. Во-первых, она неплохо фармит, если ее прокачать. Я ее прокачал до 10 уровня, и она с каждым уровнем фармит на 20% сильнее, чем в прошлом уровне. Вот такая ситуация. С вами мы, друзья, на стриме получили вот такой вот амулет. Звездный амулет. Находится он здесь вот сверху, возле этой пчелы. Сейчас вам покажу, где брать. И как его получать, друзья. Он получается за муншармы. Вот эти муншармы, вот у меня их сейчас 8 штучек. Они появляются ночью. Как их фармить, я записывал в прошлой и позапрошлой серии. Так, немножко не вышло, ребят. Вот. Забираетесь сюда вот по этому, скажем, паркурчику. И вот здесь становитесь и покупаете себе амулет за 100 муншармов. За одну ночь, если вы играете на VIP-серваке, можете, если вы играете сами, можете получить до 10 муншармов. Я получал максимум 10. Если вы играете на общих, там уже как бы как повезет, с кем вы там будете соревноваться. Вот такая вот ситуация. Также я получил в прошлой серии вот такого крутого Supreme Ant амулет. Что дает этот амулет? Они, опять же, это все рандомные статы. Они даются всегда рандомные. Амулет дает 95% конверсии, 3% фарма, плюс 1 атака ко всем пчелам, 2 бега и 23-22 красных и синих. Что мне дал амулет? Мун амулет. 25 тысяч мест в рюкзаке, плюс 20% фарма белой пыльцы и плюс 11% к фарму всех пчел. Это вот это реально крутой стат, друзья. Также, что у нас сегодня с вами будет? А сегодня я, кстати, закончил еще один квестик, вернее, мы сейчас с вами пойдем заканчивать. Мне нужно убить еще одного волка, чтобы закончить очередной квест на ботиночки. Сейчас у меня ботиночки вот такие желтенькие. Это самые первые. Всего есть 3 вида: желтенькие, коричневые и топовые, которые находятся в верхнем магазине. Но купить их пока что нельзя, а только за квест. Итак, я сдам сейчас вот этот... Ага, нельзя сдать квест, мне нужно убить волка. Естественно, я забыл, что мне нужно убить волка. Также я насобирал уже, друзья, 17 шипов. Я, конечно, 4 потратил, потому что я ходил в муравейник и юзал там шипы. Так, все, да-да-да. Кстати, шипы дают там плюс 50% урона к пчелам на 30 секунд. Поэтому муравейники — это крутой стат. Так, я сейчас сдам сразу 2 квеста. Сдаю у белого медведя, естественно. Я хочу выполнить вот этот бейджик. Мне еще нужно 139 квестов, чтобы получить еще место в рюкзаке. Так, и беру следующий квест. И теперь вообще барабанная дробь. Я иду сдавать. Это 10-й квест. Всего у этого медведя 15 квестов. За первые 5 вы получаете желтенькие сапожки. За вторые 5 вы получаете коричневые. Сейчас мы проверим. И за последние 5 вы получаете в конце крутые вот такие сапоги какой-то медведя. Ну-ка, давайте сейчас мы сдадим вот этот квестик. Окей, должны мне ботинки переодеться. И да, теперь, ребята, в коричневых сапожках. Вот таких прикольненьких. И беру следующий квест. Интересно, что же там такое. Так, я забираю. Окей. О, боже. Так, где? Собрать. О, токенов, blueberry, strawberry, pineapple, 150 печенек, 250 хаст и 100 спрут токенов. Друзья, еще очень частый вопрос. Что такое спрут токены? Вот эти спрут токены. Отвечаю, это токены. Вернее, это любой предмет, который выпадает из ростка. То есть у нас вот есть росток. Этот росток мы активируем сами. Сейчас посмотрю, у меня он в откате или нет. По идее, должен быть в откате. А есть ростки, которые попадаются рандомно. Да, у меня в откате. Вот ростки, которые появляются. Вы убиваете, с него выпадает мед, с него выпадают печеньки, с него выпадают какие-то бафы, с него выпадают билетики. Все, что выпадает, это есть спрут токены. То есть все, что падает с этого ростка. Ребята, я постарался ответить на ваш вопрос. Так, этот квест я тоже буду делать. Скажем так, я думаю, возможно, завтра, возможно, послезавтра я уже буду с топовыми сапожками. Наконец-то у меня прыжок вернется в нормальное русло. Кстати, я уже стал выше прыгать. Давайте мы сейчас с вами отправимся в магазин и посмотрим, что же мне дали сейчас эти сапожки. Я знаю, что мне давали желтенькие. Я хочу посмотреть, что мне дают коричневые сапоги. Они реально тоже прикольненькие. Итак, отправляемся сюда. Оу, как-то я отпрыгнул. Находятся они у нас здесь. Так, вот они. Что они дают нам? Плюс 6 скорости бега, плюс 10 прыжка и плюс 6
Собирательство, да. Сейчас сапоги нам дают то, что когда мы бегаем по цветкам, мы собираем их одновременно с тем, что бегаем. Давайте проверим. Я бегу, и смотрите, у меня собираются. А, вот это круто. Вот это реально круто. И теперь мой прыжок. Я могу заборчик? О, да, я теперь могу заборчики перепрыгивать. Слава тебе, Господи. Я так соскучился по высокому прыжку, что вообще... А могу я сюда запрыгнуть? Да я даже могу сюда запрыгнуть. Ура! Я могу теперь не использовать лестницы, потому что я так соскучился за этим всем делом. Ребят, но это еще не все. Сейчас вы ставите лайк, а я трачу робоксы, друзья. Я обещал, я буду тратить. Сегодня будет просто круто. Давайте, давайте мы тратим. Я хочу покупать себе вот этот временный набор. Эти наборы, три набора, действуют до 8 октября. И вот этот набор за 300 робоксов не стоит покупать. А за 1500-3500, если у вас есть деньги, если есть желание, покупайте. Потому что они свою, скажем так, цену оправдывают. Что мы с вами сделаем? Мы купим с вами вот такой вот наборчик за 1500 робоксов. Что в него входит? Одно звездное яичко, которое дает всегда не повторочку, то есть именно то, что мне нужно. Дает нам звездную Royal Jelly, 150 билетиков, что важно, 100 шипов, что еще дается? Ну и еще мед там, неважно, это уже неважно. Что такое шипы? Шипы это такие штучки, вот, которые стингеры мы выбиваем из боссов. Босса вот такой пчелы, который появляется рандомно на карте. Как находить и когда, я уже описывал в одном из роликов. У вас будут все ссылочки на эти ролики, вы можете найти на канале. Кстати, вот видите, росточек. Как раз таки мы сейчас с вами и затестим то, что я вам рассказывал, друзья. Итак, подходим сейчас мы к ростку. Это простой, есть легендарный, ребята. Ух, у меня такие ростки были. Вам и не снились. Так, фармим. Фармим этот росточек. И смотрите, давайте смотрим на квест. Видите? Спрут токены. И теперь я начинаю собирать все подряд, все, что с него выпало. Все семена, видите, вот я собираю. То есть нужно много всего это собирать. Естественно, старайтесь не собирать сейчас бафы. Собирать именно то, что выпадает с ростка. То есть мед, вот эти всякие штуки. Так, а это не с ростка было, видите. Старайтесь мед, печенье собрать и как можно больше. То есть за один росток я должен собрать где-то до 40 этих штуковин. Так, как можно больше, как можно больше. Они уже пропадают потихонечку. Так. Все, все, они пропали, я собрал 43 спрут токена. То есть с одного ростка я сделал почти половину вот этого задания. Вот вам и ответ, что такое спрут токены. Так, а я сейчас покупаю вот эту штукенцию, но на этом мы не закончим. Мы сегодня с вами еще потеряем миллиард, просто удалим миллиард. Миллиард меда, ребята, придется удалить. Да, я знаю, но придется. Кстати, видите, почему у меня вот этих вот пчел, еще, видите, одна и вторая дополнительная. Потому что мне нужно были... Мне нужны были фокус-токены, которые падают именно с этой пчелы. Вернее, эта пчела выдает фокус-токены. То есть нужно было или Looker B, или Командира, или какая у нас музыкальная. То есть фокус-токены вот эти вот. Чтобы быстрее выполнить квест, я просто заменил пару пчел на еще вот этих вот командиров. Поэтому я потом их поменяю, ребята. Кстати, может быть, сейчас поменяю. Так, что мы сейчас сделаем? Покупаем набор за 1500 робоксов. Ставим лайкосик, я покупаю набор. И вот так, бум. 1500 улетает, улетает, это временный набор, естественно, я в дальнейшем буду покупать еще за 3500, с вас лайкосик, окей, я получил звездное яйцо, 150 билетов, 100 стингеров и стар джелли, ну и меда там 250 тысяч, это копейки, у меня уже 117 стингеров, если купить еще один наборчик, здесь будет еще стингеров и собрать мне придется еще 33 штучки, я смогу купить себе новую пчелу, вот эту вот крутую пчелу, ребята, шипастую огромную пчелу, которая наносит урон, и я могу фармить еще лучше муравейник. Так, что мы с вами сейчас сделаем? Так как у нас теперь есть звездное яйцо, и у нас есть две звездные джели. Ребята, я понимаю, что если я использую джели, скорее всего, мне выпадет повторка. Повторка, потому что джели не работает так, как это яйцо. Здесь всегда не повторка. А мне осталась последняя, друзья, последняя пчела. То есть, да, естественно, мне нужно будет сделать еще папе одаренной и вот эту вот первобытную пчелочку, такую шипастую. Но их, они делаются с помощью только печенек. Кстати, в этом наборе здесь еще находится печенька со звездой. И здесь еще 600 билетиков. А у меня уже 332 плюс 600, это почти 1000. То есть я смогу сделать и папе одаренной, и вот эту шипасту одаренной. Вот это будет реально круто. Так, а сегодня мы с вами будем делать последнюю одаренную пчелу, которая может попасться, ребята. Это у меня, где она? Демо Би. Но чтобы мне ее сделать одаренной, мне нужно какую-то пчелу удалить. А если я, ребята, удаляю ячейку, я теряю миллиард, потому что они у меня все прокачаны. Но на самом деле я фармлю так быстро, что мне миллиарда не жалко, ребята. А вам не жалко лайка, поэтому я удаляю вот эту вот пчелу, допустим, давайте, у которой меньше опыта, здесь миллиард 144, а здесь миллиард, здесь 3 единицы, а здесь, да, вот это удаляю, где меньше опыта я потеряю, ребята, удаляю вот эту пчелу, до свидания, извините, пожалуйста,
и вылупляем последнюю одаренную пчелу, потому что здесь всегда не повторка. Должна вылезти, знаете, какая пчела? Я даже знаю, вот это будет, ребята, пчела. Где она у нас? Демо Би. Она последняя осталась, ребята. Фух, барабанная дробь, я вылупляю. И раз, два, три, четыре, пять. И бум! Демо Би. Последняя одаренная пчела. Фух, ну, осталось еще две ивентовые, ребята. И она, естественно, у меня не прокачанная. Чтобы ее прокачать, мне нужно теперь купить 100 тысяч печенья. 3 тысячи у меня уже есть. Еще мне нужно подкупить маленечко. Сейчас мы заходим и начинаем просто все это дело скупать, ребята. Скупаем, пока не будет 100 тысяч печенья. Я в прошлой серии прокачал щенка. Пчелу-щеночка до 10 уровня. Она, мне, кстати, сказали в Дискорде, ребята мои, что она очень слабо фармит. Я тоже сначала, когда ее вылупил, она очень слабо фармила. Но когда я ее прокачал до 10 уровня, я понял, что это не так. И там, короче, если вы, как бы, катаете мячик своим персонажем, обратно вам катает ваша, скажем так, собачка, щеночек, то это происходит так круто, потому что там идет комбо, и вы набиваете с каждым ударом, у вас удваивается мед, который она фармит этим мячиком, когда он катится по полю. Это реально жестко. Так, 89 тысяч. Нам нужно купить 100 тысяч печенья. Мы почти это сделали. 97, 98, 100. Все, выходим с магазина, идем качать нашу пчелу, потому что она у нас одаренная. Естественно, она должна быть 10 уровня. У меня, ребят, все пчелы 10 уровня, кроме вот этой, которую мы только что удаляли. Что мы делаем? Мы прокачиваем левел ап. Видите, теперь мы качаем по одному левелу. Мы не можем сразу все туда засунуть. Это, конечно, с одной стороны минус, с одной стороны плюс, потому что теперь стало удобнее качать. Давайте, 75. Теперь нужно 400 штучек использовать. Теперь нам нужно 1500 печенечек, 8000 печенья. А теперь пошли огромные цифры. 40 тысяч печенья. И теперь еще 50 тысяч печенья. Ребята, 10 уровень. Последняя одаренная пчела. Теперь у меня... Сколько у меня? 30... у меня 34 пчелы. Значит, у меня только щенок не одаренный. Значит, у меня 33 одаренные пчелы. Ребята, я очень старался. С вас лайк. На сегодня заканчиваю. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения. Спасибо за просмотр. И всем покедова.